Что у нас сегодня? Без ребро? Снова? Про без ребро. Меня часто спрашивают, как я в свои годы умудряюсь общаться с молодыми женщинами. Да и вообще с женщинами. Уже, мол, пора о душе подумать, а не что они такого вам не находят, что им интересен, даже более, секс. У меня где-то была уже лекция об этом, как на личном примере, чтобы без нравоучения. И тоже без рекламы. Но этому мало. Не все еще разжевал. Поэтому продолжаю. Скажу правду. Чего лукавить? Мне-то зачем обманывать? Большинство реагирует адекватно. Дед, а не пошел бы ты. Ты что, охренел? Примерно так. Но ведь я же не за их одобрением к ним обращаюсь. Мне тупо нужен секс. Звучит банально, но это правда. Поговорить можно с друзьями. Сфера услуг проявит заботу, любовь. Аппетит с голодом утолят. Еще их книжки, творчество, путешествия, искусство. Ну, еще много чего. А вот секс, тем более качественный, может дать только женщина. Молодая, привлекательная женщина. Поэтому, ну, варианты знакомства разные, поскольку это зависит от ситуации, страны, времени суток, настроения и тому подобное. А вот дальше, когда, например, она начинает готовить что-то на кухне, я сажусь так, чтобы мне было ее видно. И она знала, что я ее вижу. И говорю, сними платье. Ну или что-то на блузку, юбку, туфли, свитер и тому подобное. Ну, и в принципе все. Надеюсь, не нужно рассказывать о том, что я делаю это все не для того, чтобы ей понравиться. Или ее как-то возбудить, заинтересовать, быть романтичным и прочее, этот весь женский бред. Нет. Делать это все нужно, потому что мне интересно. Тогда, когда мне интересно. Как она режет овощи. Как у нее колышется грудь. Потеет ли, не потеет. Попа упругая, не упругая. Если мне это интересно, она это чувствует. Не иначе отреагировать. Один лишь раз она закончила готовку, а уже потом, во всех остальных случаях, они не выдерживали. Бросали приготовление пищи и походкой тигрицы, львицы, гантеры, пантеры, крольчихи направлялись ко мне. И эти отношения длились ровно столько, пока мне было интересно. Ну или пока ей что-то переставало нравиться. Тогда они заканчивались. И только так это работает. Поверьте, испробованы все возможные варианты. Да. И чуть не забыл. Разумеется, что все это должно быть честно. Без игры и фальши. Женщины это чувствуют лучше, чем феромоны.